волнующий, торжественный момент. Корабелы как бы вручают еще одно свое детище морю. Но не уйдет судно в плавание, пока не застучит, не забьется его стальное сердце, главный двигатель. Гигантские дизели мощностью от 3 до 21 тысячи лошадиных сил уже много лет поставляет судоверфям Брянский машиностроительный завод. Замечательными трудовыми успехами славятся дизелестроители. Они обязались работать так, чтобы завершить пятилетку на 4 месяца раньше срока. И слово свое держит. Работа тут непростая. Коленчатый вал дизеля. 160 тонн. А точность требуется микронная. Втулки цилиндров дизеля. Вес каждой 5,5 тонн. Шатун. Длина больше 4 метров. Поршень 2-метровой высоты. Но вот наступает момент, когда 80 тысяч деталей сложились в единое целое. Трое суток испытаний на стенде, а затем, демонтированный на отдельные узлы, уйдет дизель к морю, чтобы стать сердцем еще одного корабля.